Празднование Курбан-Байрама продолжается. В честь великого праздника мусульман в селе Губден Карабахенского района прошло спортивное мероприятие. Соревнования по различным дисциплинам, лошадиные скачки и многое другое порадовали в этот день всех участников торжества. Абдулла Алиев с места событий. Мирное небо над Губденом и его не менее дружелюбные жители встречают гостей. В этот день они проводят уже шестой раз, ставший традиционным, спортивный турнир в честь Курбан-Байрама. В нем приняли участие жители со всего Дагестана. На официальное открытие прибыли представители местной власти и религиозные деятели. Для губденцев мероприятие имеет важное значение. Курбан-Байрам – это самый священный праздник, это праздник мусульман Курбан-Байрам у нас. Для того, чтобы люди со всего Северного Кавказа, мы всех пригласили, кто-то приехал, кто-то не смог приехать, чтобы объединить народ Кавказа, народ Дагестана, для этого мы проводим вот эти мероприятия. Это объединяет нас, не только это наш сельский этап. Это всего Дагестана. Здесь участники есть у нас не только с Дагестана. Даже за территорией республики есть Чечни, есть Пятигорск, есть здесь. Со всего Дагестана тоже есть здесь. Мы очень даже считаем, что необходимо это делать. Состязания проходили по различным спортивным дисциплинам. Всех победителей и призеров тут же награждали грамотами и денежными призами. Но это было далеко не самое главное. На месте проведения мероприятия стало все больше появляться наездников с лошадьми. А значит, пришло время главной части соревнований. Сейчас начинается самая важная часть этого мероприятия – конные скачки. 5 заездов, в которых будут участвовать более 50 участников. И стоит отметить, что все лошади, которые здесь находятся, английской чистокровной породы. Кони рвутся вперед. Зрители, затаив дыхание, ждут начала. И вот он, долгожданный старт. Дальше наступает время только самых быстрых и резвых. Лошади, как и их хозяева, горят желанием занять высшую ступень пьедестала. Отметим, что в скачках приняли участие не только дагестанцы, но и представители других соседних республик. Праздник, во-первых, братских народов у нас в душе всегда должно быть. Где-то в последнее время, правда, это глубоко спрятано, но мы всегда были братским народом и дружеским народом. Это праздник объединяет не то, что мусульман, всех народов. Кто уважает себя, должен уважать вот такие вот праздники. Альхамдулиллах, я хочу сказать большое спасибо организаторам этого праздника, спонсорам и всем братским народам. Кульминация соревнований, главная гонка и, соответственно, самый главный приз. Дистанция 4500 метров, 3 круга, 10 участников забега и только лишь один победитель. И в этот день им стал жеребец Роберт. Спокойно пройдя 2 круга, на последнем он взял сильнейшее ускорение, что и помогло одержать уверенную победу. Что примечательно, хозяином лошади оказался житель села Губден. В чем секрет вашей победы? Ну, там секрета нету. Она, как обычно, тренируем, подсказывает, которые опытные это сами коноводы. Ну, такие, она чистокровная, английская порода лошадь. Конечно, радуюсь. И односельчане все радуются. Для этого и вложили мне труды на эту лошадь. Отметим, что каждый забег в этот день был наполнен драматическими и порой неожиданными развязками. Проигрыши фаворитов и торжество в буквальном смысле темных лошадок стало незабываемым зрелищем для любителей скачек. Стоит отметить, что организаторы намерены и в последующие годы проводить подобные турниры с привлечением еще большего количества участников. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Губден, Карабахкенский район.